Всем привет! Меня зовут Наташа, и именно я буду знакомить вас за кулисами конкурса «Национальное достояние», которое проходит с 1 по 4 мая в стенах ДК Ухсая. Итак, давайте же посмотрим, какими талантами богата наша необъятная родина. Начинаем! Давайте познакомимся с оргкомитетом конкурса «Национальное достояние». Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сизова Ирина Васильевна. Я председатель оргкомитета конкурсов «Национальное достояние» и «Созвездие талантов» 2016, 17, 15, 14 и уже всех годов, которые я уже не помню, так скажем. Итак, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к участникам конкурса? Участников конкурса можно только любить, уважать, ценить за то, что они приезжают, из далеких регионов, за то, что они приезжают и занимают призовые места. А если они не занимают призовые места, они надеются, что они приедут и их займут. Так, все намотали на усы, обязательно приезжаем участвовать в конкурсе «Национальное достояние». А вот насколько мне известно, то, что приезжают даже иногородние участники. И какой самый дальний регион участвовал в конкурсе? Заочный – это Сахалин, Белоруссия. Ну, конечно, не так далеко, но приятно, что Белоруссия у нас частенько участвует. Так, еще Германия, Грузия, Чеченская республика. Так, еще на моей памяти Ханты-Мансийский округ, город Нягань, у нас приезжает в этом году уже второй раз. Очень приятно, что они приезжали на созвездие талантов осенью и повторно решили нас посетить, так как им очень-очень у нас понравился. Я думаю, что вы у них лично об этом спросите. Не тяжело ли вам полдня сидеть на регистрации до начала мероприятия? Полдня, сутки. Не преувеличивайте. До конкурсов, сутки после конкурсов. Это каждодневная ночная работа. Но это к этому мы привыкли. Замечательно. Вот такие вот сотрудники оргкомитета работают у нас на конкурсе. А часто ли тормозят конкурсанты на регистрации? Самое интересное, что волнуются взрослые, и их, так скажем, как вы выразились, торможение, оно так плавненько переходит, волнение, да, к деткам. Вот этого не стоит делать, потому что детки приходят такие настроенные на победу. Ну, а родители и руководители, конечно же, волнуются и начинают забывать номер участника, фамилию, имя участника и даже своего ребенка. А теперь давайте побеседуем с нашими участницами конкурса «Национальное достояние», с такими красотками. Откуда вы, скажите, пожалуйста? Чебоксары. Да, мы с Чебоксар. Ну, у нас коллектив из троих человек. У нас трио Art Vocals. Я Маша, это Наташа, и еще у нас девочка Света. Она сейчас на демонстрации. Видите, какие ответственные у нас участники ходят на демонстрации. Скажите, пожалуйста, долго ли вы готовились к конкурсу? Ну, готовимся мы к конкурсу довольно-таки долго. То есть начинаем репетировать за 2 месяца, а уже так уже активно последние 2 недели. А что ожидаете? Займете ли призовые места? Ну, не хочется, конечно, говорить об этом. Ну, в принципе, как скромные девочки. Нет, но на самом деле мы хотим занять призовые места, и как бы для этого мы и участвуем. Программа у нас хорошая, ожидается. Как называется песня? Мы немножко закроем это. Интригу создадим, да, интригу. Но у нас будет красивое красочное шоу. У нас все индивидуально, нас трое, мы поем на 3 голоса и поем красиво. Да. Все, спасибо, девчонки, большое. Молодцы, давайте удачи вам. Спасибо. Как дела? Готовы побеждать? Да. Готовы. Так,
Уже начались долгожданные репетиции наших участников. Давайте поспионим за ними. Я тоже хочу на сцену.